Святой отец Силантий как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету истины. Только оружие не доставай. Народ у нас мирный, не стоит их пугать. Ну, добро. Отсюда. Силантий нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Артём, уж насмотрелась я тогда. Ох, техноборцы! Подручные Силантии выявились. Он их как и здешних окрутил, только эти с ружьями. Уходите! Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артём, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине позже поможем, не переживай. Уходите, а мы с Настей к вам сами. С тобой. Отведи от нас, хвори телесные, укрепи тело наше, как укрепляем мы дух наш, и покарай недостойных среди нас карами жестокими. Артём, внутри прикрыть не смогу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Нет, батя, что это такое? Эй, это еще кто? Аж ты фото генетическая! Никого. Перепрятался, похоже. Вижу гада! За колонной он! Еретика из нашего убили!
Ой, да что ж это такое делается? Ой, плохо мне. Ой, батюшка. Ну что, братья, еретик здесь. Осталось его только найти. Готовься, сволочь! Славься, царь рыба, доставляй. Все, сдаюсь я, не волнуйся. Еретик? А, давай, давай, пристрели меня. Хоть... Эй, про тебя говорят, что дьяволу поклоняешься. Правда? Меня научишь? Я стал бы учеником. Я бы прилежным учеником был бы. Научи меня!
Артём, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Артём, сюда!